Приветствую, дорогие коллеги, друзья, соратники. Я хочу обратить ваше внимание. Нашей всемирной планетарной ассоциации нету начальников, боссов. Да? Равные среди равных. Это настоящее партнерство. Равные среди равных. Поэтому каждый из вас, вы еще ничего не знаете про суперджамп, про партнерку нашу великую, про многие достижения, но для меня вы, так же, как и для наставника, для Петра Силкина, вы уже главные тренеры Всемирной ассоциации суперджампа и мотиваторы, генеральные конструкторы, создатели 100-миллионных команд. Но для этого нужно сверить часы, правда? Что делают равные среди равных? Они собираются за круглым столом. Почему за круглым? Да, вот в этом самом, в Камелоте, в замке собирались рыцари. Потому что равные среди равных. Наш стол лидерский для совещания – это планета Земля, а диаметр. Потому что у нас везде тренеры. И мы сверяем наши лидерские, тренерские часы. Короткие, но очень важные вопросы. Многие люди с утра просыпаются, ходят на работу, в бизнес, там, в офис. Чё ходят? Какие цели? Чё для чего делают? Не понимаю. Да, ребят, итак, поехали. Главные тренеры Всемирной ассоциации Суперджамп. Главные мотиваторы. Вопрос первый. Наши цели утверждаем все вместе, ребята, сердцем утверждаем. За 2 года построить компанию номер 1 в мире по капитализации. Кто да, дайте сердца, дайте лайки, дайте, ну, кому что нравится, огонёчки. Второй вопрос. За 2 года мы создадим с вами. Не мечтаем создать, а мы создадим $100 мультимиллиардеров и 1 000 000 миллионеров интеллект-тренеров. Кто голосует за эту цель? Дайте лайк, дайте сердечко, есть. Кто из вас принял решение создать 100-миллионную команду любящих вас, преданных вам, дайте лайк, сердечко, есть? А кто поставил цель спасти от хронической усталости, от психологических, ментальных страданий, сердечко, дайте лайк, только сердце в голоса-то? А кто принял решение спасти уничтожение костей, остановить уничтожение костей Земли, спасти, дайте лайк, дайте сердечко, главные тренеры, главные конструкторы, созидатели, создатели. Конечно, ребят, это мой любимый вопрос. Но для настоящего человека очень важно. Лев не задумывается, кролик, лев там, неважно, собачка, не задумывается, а что останется после них. Но для настоящего человека очень важно наследие. Так вот, коллеги, спрашиваю вас, равные среди равных, главтренеры, кто принял решение оставить яркий свет добрый в истории на 1000 лет? Дайте лайк.